С вами Андрей, и сегодня у нас на обзоре вот такой вот винтажный письменный прибор. Вот так вот он выглядит. Типа ножик для вскрытия конвертов. Сюда можно ручку ставить, какие-то бумажки. Это я не знаю, для чего, если честно, использовалась эта штука. Это может факсимиле какое-то. Типа штампа, так раз. И откатал. Сюда, наверное, клеится. И вот так хоп. И откатал. Они бывают желтого цвета. Бывают вишневого цвета. Вишневого вот. Вот такие. Ну, сама подставка бывает вишневая. Вот от нее такой штемпелек себе. Раз. И все. Ну, вот здесь другой ножик для вскрытия писем. Вот такая вот интересная штука. И вот такой маленький ножичек. Тоже что-то открывать. Что только раньше не делали. В общем, если у вас есть такие письменные приборы, мой адрес всегда под видео. Там же мой Viber. Отправляйте качественные фотографии. Будем смотреть, что у вас есть, что вы хотите продать. Сейчас покажу. Печать вот разбирается, оно все разборное. Просто выкручивается. Винт там оказался сильно длиннючий. О, вот так оно разбирается, раскручивается, то есть вот таким шариком все вот эти снимаются. Вот так вот оно все выглядит. Это тоже все закручивается, раскручивается. Так что жду ваших фото. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рекомендуйте канал друзьям. Может, у них тоже завалялись какие-то такие письменные приборы. Отправляйте фотографии. До новых встреч!